Если этот матч сравнивать с предыдущим, по задачам, которые вы ставили перед командой, в принципе, на этот матч, они отличались? Ну, кардинально нет. Почему? Потому что задача у нас одна за тот короткий период времени выйти на оптимальный уровень готовности в функциональном плане, свести воедино все и наиграть связи, что пока есть проблемы и много шероховатостей как в оборонительных действиях, так и в организации игры. Здесь все лучше, чем неделю назад? Ну, немножко лучше, да. Немножко лучше. Ну, я учитываю то, что ребята эту игру играли под большой нагрузкой практически. Недельный цикл мы не сбавляли нагрузки. Вчера была очень серьезная работа. Здесь на данный момент, скажем так, ну, я бы не сказал, что второстепенный результат, потому что все-таки психология у ребят должна вырабатываться, чтобы побеждать в каждом матче. Все. Но здесь важно было посмотреть потенциальных новичков и улучшать от игры к игре взаимосвязь в линиях, между линиями, командные действия. Пока в этой части есть много вопросов. Сегодня не пропустили, а неделю назад вы говорили, что больше всего вопросов к обороне. Сегодня как? Ну, сегодня практически команда «Энергомаш» практически таких реальных угроз и не создала-то в наших ворот все. Но проблемы в обороне есть. По первому тайму два выхода в центральной зоне очень широко располагались наши центральные защитники. Были позиционные ошибки у крайних защитников, игрок получал мяч за спину. Ошибки были, но благо то, что не реализовали, ну, не пропустили, это тоже радует. Никто из тех, кого уже подписали, не разочаровал сегодня по игре? Нет, пока никто. Ребята все радуют мне отношение ребят к игре и к тренировочному процессу. Все тяжело, но все терпят и понимают прекрасно, что без того фундамента, который мы сейчас должны заложить, сложно будет двигаться дальше. Еще будете кого-то приглашать на просмотр или сейчас уже будете выбирать из тех, кто есть? Ну, в принципе, костяк у нас уже определился на сегодняшний день. Костяк. Хотелось бы еще две позиции усилить. Но я не хочу называть позиции, чтобы ребят не обижать в какой-то степени. Все. Но желательно хотелось бы усилить. Позиции. Сколько еще планируете подписать человек на контракт? Ну, у нас есть бюджет клуба, есть штатное расписание, все. Ну, где-то игроков 18-20, так, до большой паузы межсезонья. И заявочная кампания будет идти еще до сентября месяца. Торопиться мы не будем. Главное, что уже как костяк сформировался, все. Будем уже сейчас эти две оставшиеся недели целенаправленно готовиться уже к старту чемпионата.